И всем привет, ребят, с вами Старванька, записываю новый ролик Сегодняшний видеоролик посвящен нашему Танкафанду И сегодня мы вместе с вами обсудим итоги танкофанда и поговорим, когда же будут выданы призы за этот замечательный танкофонд. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш по тегу. Для этого в настройках игры в аккаунтике установите мой личный так. Так, Тимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня у нас утро понедельника, 5 июня. И это тот самый день, который подвел итоги нашего замечательного танкофонда. На сегодняшний момент времени вы видите уже здесь цифрочки в виде 00000, которые свидетельствуют нам о том, что наш замечательный танкофонд окончен. По итогу этого танкофонда удалось набрать целых 40 миллионов 778 тысяч. А это значит, что все призы из этого танкофонда будут получены игроками. И плюс дополнительно будет разыграно 5097 мест, которые получат по 8 тысяч танкоинов. Ну и главный вопрос. Когда? пройдут эти итоги. И когда мы узнаем всех этих победителей, и когда получим все эти призы на свои аккаунты. Данный итог и розыгрыш Танкофанда пройдет в среду, уже в эту среду. Всегда по дефолту, по стандарту это время варьируется около 4 часов вечера, ну или дня, кому как удобно. И После того, как у нас пройдет выбор всех победителей, дальше в течение, ну там буквально где-то часа, у нас чаще всего выдают уже все остальные награды за цепочки. Да? То есть сначала выходит стрим, выдают победителям танкоины, ну и дальше уже выдают все награды, которые есть у нас в этом танкофонде. В этот раз у меня есть огромное желание... Тоже э, быть в тот самый момент, когда у нас будут происходить эти итоги. И я думаю, что я тоже буду стримить в среду, поэтому кому интересно, можете тоже в среду подключаться на трансляцию где-то около часов э, 4, э, если у нас будет это проходить. Итог, то я как раз таки ближе к 4, может, в 3 каких, уже запущусь со стримом. Будем ждать итоги. Ну и дальше будем ждать выдачи всех этих замечательных призов. В целом, из интересного здесь есть устройство, есть скины. Ну и ультраканты, которые при получении, я думаю, что можно будет также сразу открыть. Также, друзья, конечно же, не забывайте о том, что буквально через неделю стартует уже новый танкофонд. И поэтому все те ребята, которые сумеют получить, например, дополнительные танкоины по 8 тысяч, сумеют уже потратить в ближайшем будущем их на новый танкофон. Но главное это придержать. И не потратить их на какую-то ерунду, да, потому что в моем понимании танкофонд это супер выгодная вещь, которую стоит покупать, ну и акцентировать на нее свое внимание дабы ничего не пропускать. Поэтому, друзья, если у вас до сих пор был вопрос о том, когда будут итоги и когда выдадут нам замечательные призы, то я вам могу сказать, что этот день среда. Уже получается через два дня, 7 числа у нас будут все эти замечательные призы выданы, и мы сумеем уже на своих основных аккаунтах потестировать эти устройства И посмотреть, как они себя проявят Потому что, что касаемо Спецаккаунтов, это Все-таки одна история А когда ты уже играешь на своем основном аккаунте Это уже бывает Немножечко, немножечко По-другому работает, ну и плюс Скины на дико рельсочку GT, который потом не будет Падать ниоткуда, ни с каких скинов Это тоже довольно Неплохой бонус, но, конечно же Если так рассматривать Данный танкофон, то я, конечно, очень сильно ждал скин-канты, которых, к сожалению, в них не было. Пишите, что вы думаете по поводу танкофонда в целом. Я, ну, наверное. Ожидал примерно такие цифры. Даже в моменте, когда у нас начался быстрый рост фонда я думал, может даже 50 миллионов удастся набрать. Но в принципе 40 миллионов тоже очень и очень хорошая цифра. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Покупали танкофонд, не покупали, сколько спецпредложений покупали. Ну и как вам кажется, сумеете ли вы выиграть в этом замечательном танкофанде дополнительный танкоин? Есть Если у вас такая чуечка, вот у меня точно есть хоть на одном аккаунте, да точно, мне кажется, что восьмерочка должна капнуть. Ну, например, на моем самом любимом бездонате, которому везет, может быть, как раз-таки что-то и капнет. Обязательно поддержите данный видос лайком, если данная информация была вам полезна и вы ждете итогов этого замечательного танка фонда. Давайте постараемся набрать максимальную активность. Ну и также не забывайте, конечно же, подписываться на канал, подписываться на тележечку, ссылочка на которую есть в описании, весь лайв контент и вся информация по стримам выходит именно там. А у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.